Здорово, чуваки, это новый видос, и сегодня наш челлендж выходит просто на пиздец какой жесткий уровень. Мы играем сегодня на татуировку. И смысл нашего челленджа заключается в том, что мы, допустим, стартуем вот в этом парке, и кто дальше удалится от этой точки, тот и не проигрывает. А следовательно, кто меньше всего пройдет расстояние от этой точки, он делает себе татуху, сюда бьет. Еще, ладно, какую татуху мы играем? Ну, я не знаю, скорее всего, на жесткого Соника, знаете, такой. Соник бегущий такой, знаете, крутится и вот так вот сальтухи ему. Ставьте уже лайк, подписывайтесь на канал, все это заранее делайте. И также перед началом видоса подпишитесь на все наши 3 инстаграма. Здесь вот мой инстаграм, инстаграм Алана и инстаграм Коня. Всем здорово, чуваки. Вот он тоже участник, но он пиздец боится бить татуху, я вам так скажу. Нет, я не боюсь бить, просто я не хочу бить, вот, не хочу бить какую-то мультяшную, какую-то хуйню, особенно на руку. И еще, короче, чуваки, стоит заметить то, что ни у кого из нас нет татуировок. Да. И это пиздец, какими жесткими красками все заиграло. Ну давайте, чуваки, сейчас будем уже начинать челлендж. И еще прикол в том, что, короче, Тарас нас предупредил заранее, он знал примерно, куда идти. И мы с Аланом сейчас будем думать, куда идти. У него, короче, больше шансов, что он пройдет больше расстояния. Ну, блядь, я все заранее продумал, потому что, ну, просто сами посмотрите на этих бедолаг, они умом не особо выходят, особенно вот этот парнишка. У нас, чтобы куда-то убежать, есть целый час времени, я думаю, этого достаточно, чтобы убежать на 500 тысяч километров просто в другую страну, Финляндию, и уже точно не проиграть, как говорится. А еще, ребят, важное замечание, то, что на всяких машинах, такси, на автобусах, на метро нельзя передвигаться только на своих ногах. Чуваки, сейчас времени 1:40, и наша игра начинается через 1, 2, 3. Я не знаю, куда идти, но я вчера примерно понимал, что я буду идти по станции метро пешком. Думаю, 2-3 станции, наверное, пройду, но это примерно около 2 километров. Я тоже побежал. Тарас где-то впереди меня, но я, чтобы с ним не пересекаться, побегу налево. Я, короче, выбрал самую длинную улицу нашего города и сейчас туда именно побегу, потому что там нужно просто идти по прямой и не нужно никуда сворачивать при этом. Короче, чуваки, все, я пошел по своему пути. Я просто иду, буду, блять, я просто буду идти прямо вон туда, по станции метро. Ну, я думаю, то, что за час можно хоть до Москвы долететь. Сейчас это огромное время для нашего челленджа. Сейчас начну бежать. Просто у меня рука капец как сильно замерзла. Ну Тарас прям драпанул конкретно. Алана встретил. И он, блядь, идет в мою сторону. Мне придется сейчас заворачивать куда-то. Там был Тарас. Сейчас его напугаю, смотри. А куда он исчез? Бу, блядь! Здорово, ты даун, ты зачем за мной пошел? Короче, ребят, в связи с тем, то, что Алан пошел по моему маршруту, мне пришлось вернуть, блядь, и идти абсолютно по другой дороге. Следовательно, я потерял 5 минут. Ну, в связи с тем, что у меня просто колоссальные физические возможности, я все равно их обгоню, этих 2 полупокеров, и выиграю этот челлендж, и не буду бить татуху. Тем временем переоделся, надел шапку, вот этот баф или что это, шарф, не знаю, перчатки надел, и я думаю, сейчас согреюсь немного, потому что на улице холодно, снег идет. Вот, ребят, обычно, когда мы говорим то, что играем на жесткое наказание, это вообще не жестко. Но сегодня именно настал тот момент, когда жесткое наказание по-настоящему жесткое, чуваки. Херачим дальше. Пиздец, чуваки. У меня тут проблема. Я пробежал 500 метров, может больше. Но проблема в том, что я пробежал в какие-то ебеня. Я тут ни разу в жизни не был. Я сейчас на каком-то перепутье. И если я побегу сейчас назад, я вернусь в старое место. Тем временем я уже прошел одну станцию метро. Я нахожусь на Красном проспекте. Осталось мне пройти 2 станции метро. Так что, ну, моя цель где-то пройти около 2-2.5 километров. Короче, чуваки, у меня произошла беда. Я хотел позвонить пацанам, узнать, где они находятся. И резко у меня выключился телефон. У меня он просто от холода наебнулся, и я не знаю теперь, что сейчас делать. Прошло 15 минут, я удалился где-то на 1.5 километра. Это все из-за дурацких светофоров. И из-за того, что Алан узнал, в какую сторону я пойду, мне пришлось изменить свое направление. Я пока что, надеюсь, не андердог. Ну а вы пока можете посмотреть, что там у пацанов происходит. А я похуярил дальше.
У меня плохое предчувствие, потому что я сейчас вернулся назад, прогрузил у себя в голове другую дорогу. Я потерял очень много времени. Тем временем прошло уже 20 минут, а я уже на следующей станции метро. Осталось мне пройти как минимум одну станцию метро, а потом дальше думать, куда отдаляться от той точки, от парка. Знаете, что я заметил? То, что на таком морозе камеры Sony даже не выдерживают, и у меня просто батарейка щелкает, блядь. Было полное, сейчас одна палка осталась. Я не знаю, хорошо, что у меня есть с собой еще один аккумулятор, но это не дело, ребята, нахуй. Тут так холодно, вообще, вы бы знали. Просто посмотрите на мое красное лицо. Я погибаю, у меня все ноги застыли, руки. Короче, сейчас я, наверное, зайду в торговый центр, попрошу у кого-нибудь позвонить или зайти в ВК написать, или через ВК позвонить. Сообщу пацанам, что у меня телефон сел. Либо он, может, на холоде сел просто, а в тепле он включится и будет нормально функционировать. Какой-то сосновый бор, чуваки, забрел. Я вообще, блядь, уже что-то начинаю блудить, хотя я в этом городе должен все знать. Вот этот парк ни разу я не видел, 100%. Это словно тот парк, в котором мы играли в прятки, чуваки. Сзади! А, мне кажется, назовите! По времени 2 часа, то есть у меня еще 40 минут, так же, как у пацанов. Так, чуваки, я наконец-то уже вышел из парка, и вы пока можете посмотреть, что там у пацанов. И вот эти вот все перебивки, у меня отняли очень много времени, особенно я еще бегу по самому, мне кажется, плохому маршруту, очень сильно устал еще, и при том, типа, я думал то, что я буду бежать, мне не станет холодно, а пальцы на ногах все равно как-то онемели по неприятному. Короче, окей, на настоящий момент, как показывает Google карты, я прошел чуть меньше 3 километра за около 30 минут, и еще половина, то есть по логике вещей у меня должно быть 6-7 километров за час. Осталось буквально 30 минут до конца челленджа. А я вообще не понимаю, как я сейчас должен пробежать еще какое-то расстояние, потому что я уже выбился из сил, я замерз. Мало кто знает, но когда я занимался футболом, мы бегали там по 50 километров за тренировку, и у меня такие навыки есть по бегу. И поэтому я должен этих бедолаг просто выиграть. Идти мне примерно до моей цели осталось около 0.5 километра, и при этом еще 20 минут осталось, так что времени не так уж и мало. И не так уж и много. Но надеюсь, я больше всех пройду. Я в тупике, я могу сказать. Я зашел в какие-то дворы, просто пиздец, как далеко от того места. Я прям в каких-то ебенях. И я в тупике, не знаю, мне вот туда, а там забор колючей хуйней. Короче, ребят, я вот тут вот остановился, чтобы немного передохнуть. Лучше передохнуть, чем потом проиграть. У меня есть плохая новость и хорошая. Хорошая, мне стало теплее. А плохая, это, скорее всего, первая стадия обморожения. Сейчас я намерен просто стартануть, потому что мне только что позвонил Тарас, по его словам, он где-то далеко. А я сделал пиздец какой крюк, что вообще невыгодно по времени, а у нас его осталось очень мало. Сейчас просто выберемся на первую позицию. И надеюсь, чуваки сейчас проебут, и я останусь без татуировки. Потому что, честно говоря, не очень хочется мне ее делать. Осталось 15 минут. Я просто в пиздец каких ебенях сейчас нахожусь. Посмотрите. А мне еще осталось 15 минут. Я как всегда пойду прямо. Буду дальше прямо идти, пока время не закончится. А там я уже посмотрю, какой ближайший дом. И будем уже связываться. Тут все просто в снегу. Буран сильнейший на краю дороги. Нихера не видно. В лицо летит снег. Жесть. А времени осталось где-то минут 7. Сейчас последние вот эти вот секунды, минуты нужно максимально ускориться, чтобы не проебать татушку. Мне кажется, что я прошел больше всех, с учетом того, что я еще заходил в торговый центр, минут там 10, согревал свой телефон, смотрел, куда идти, но чуйка прям подсказывает, что я пройду больше всех. Я, наверное, сейчас даже пойду просто пешком, не буду бежать никуда. Думаю, что... Ну, последним я точно не буду. Какой-нибудь, не знаю, Тарасов, как всегда, будет последний. Я устал, пиздец. Я просто уже хочу отдохнуть. Но сейчас ничего. Надо сейчас стартануть на последних минутах. Так что охуеет все олимпийские чемпионы всего времени. Ёбаный в рот. Как же я устал. Короче, окей.
поговорили с Тарасовым. Он говорит, что находится какой-то у речки в ебенях, в кустах каких-то, блядь. Мне кажется, он пошел под мост в сторону набережной. Туда, куда-то. Ну, бля, где бывает речка? Вот. У нас одна вроде. Так что я сейчас вот эти 5, 6, 7 минут буду бежать, чтобы дальше отучиться. А то я уже как-то не внушаю свое доверие, свой путь, свой маршрут. Короче, чуваки, осталось 5-6 минут, и нужно сейчас изо всех ног херачить как можно дальше от точки, от которой мы начали челлендж. Прямая дорога. Тут еще на камере не видно, но тут просто снег. Херачит только так. Тут ничего не видно. По крайней мере, очень тяжело. То есть то, что там вдали, я не вижу. Горизонта вообще нет. Время уже подходит к концу. Осталось минуты 2-3. И просто посмотрите, где я? Я в каких-то ебенях. Вот какая-то херня стоит, дымит. Тут здание, блядь, которому 1000 лет, блядь. Тут вообще просто край карты, чуваки. Знаете, в GTA вот есть край карты. И туда типа дальше никак не попасть. Вот и примерно я так и оказался. Только в реальном городе и в реальной жизни. Я вот даже не знаю, там, блядь, дальше какие-то железные пути. Пиздец, остается 2 минуты. Надо сейчас просто так рвануть. Так, все, побежали. И как мне туда спуститься? Похуй. Ай, блядь. Ай, блядь. Ай, блядь, холодно. По снегу очень сложно идти, особенно бежать, потому что он мешается. Ну все, челлендж закончен. Сейчас буду звонить пацанам, спрашивать, где они и где мы будем встречаться, чтобы подвести итоги. Короче, чуваки, время вышло. Я поменял батарейку, сейчас вам нормально посниму, где оказался. Вот этот адрес. Вот тут просто ебеня, тут какая-то железная дорога, блядь, конечная станция. В самом краю карты, я просто, блядь, ну гляньте, гляньте. Чисто, блядь, сосулька на лбу, я не знаю. Я весь в снегу, потому что вы сами видели, как я херачил по сугробам, по всей этой штуке. И сейчас мы с чуваками спишемся в нашем чатике и узнаем, кто где находится, и, следовательно, узнаем, кто выиграл, кто проиграл. Я надеюсь, то, что я не проиграл, потому что татуху самого быстрого Соника бить вообще не хочу. Ну вот мой адрес окончательный. Это Красный проспект, 179/1. Надеюсь, я буду не последний. Пофигу, каким, но не последним. Блин, мне теперь становится страшно. То, что этот Тарас забрел хубами куда, блядь, наверное, далеко, блядь. То, что там железные дороги, у меня сейчас позвонили тоже. Созвонились тоже, я бы сказал. Тот вообще забрел, блядь, на другой мост. Ну пиздец, я думаю, что я проебал. Ну вот, чуваки, закончился этот челлендж. И я вот только что узнал о том, что я проиграл, ребят. Мало смешного на самом деле, но я могу сказать то, что Конев, этот бедолага, буквально на 200-300 метров больше меня прошел. А вот этот байдак, он на несколько километров прошел. Чисто сейчас татуху буду бить, я не знаю. Типа, что мне родители, наверное, скажут и дадут пиздюлей 100%. Короче, ну вот, ребят, мы подходим к тату-салону. Пиздец, как волнительно, потому что первая моя татуха, первая татуха на челлендже. Что думаешь, чувак? Что думаю, ты больше накручиваешь себя. Будет все нормально. Ну, короче, сейчас мы зайдем. И дальше вы, короче, все сами увидите, узнаете, набил ли я. Но я буду набивать, я, блядь, потому что отвечаю за слова. Челлендж проиграл, и я должен набивать тату. Короче, чуваки, увидимся в тату-салоне. Ну все, ребятки, наказание выполнено. Но я заебался за этот день, могу сказать. Короче, что могу сказать, Тарас набил татуировку. Мне, как всегда, повезло, потому что у нас разница около 200 метров. Что могу сказать, Тарас выполнил. Отсидел эти полтора часа мучений. И как-то вот так вот. Ну вот так.
Ну вот этот видос подошел к концу. Вы все сами видели, я проебал в челлендже, набил татуху Соника. И на этой новости можем заканчивать ролик. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты, также звоните в колокольчик. И подпишитесь на наши инстаграмы. Вот здесь вот мой инстаграм. Инстаграм коня. И инстаграм Алана где-нибудь вот тут. Так что, ребят, надолго не прощаемся, скоро новый видос, он такой же будет жесткий, как и этот. Всем спасибо, всем пока.